Торжественная церемония открытия мурала в Самарском спортивном лицее началась с государственного гимна России. Рисунок несет большой смысл, и школьники его поняли. На мурале нарисована девочка, которая прячется от всех невзгод в ее жизни под российским флагом. Россия занимается правильным делом, пытается уберечь все народы в мире. Эта картинка очень символична, и мы видим, что черные тучи сгущаются, но этот прекрасный зонт защищает каждого ребенка и всех нас вместе. Наша великая страна, которая символизирует этот зонт. Разместить мурал предложил городской департамент образования в рамках проведения патриотического фестиваля «Гитара в строю». Поэтому на церемонию пригласили его участников. На нас особая миссия, потому что наши дети – спортсмены. И они защищают не только там честь своего клуба, города, но и страны на международных соревнованиях. Здание лицея находится на гостевом маршруте. Его видно даже с правого берега Волги. По словам авторов мурала, яркими красками он будет долго радовать самарцев и гостей областной столицы. Светлана Тимофеева, Игорь Казановский. События.